Приветствую всех, друзья. Вот, снова нас ждет очередное чудо из чудес на этом столе. Вот я не смог удержаться, чтобы не записать это видео. Хочу показать опять вам, так как знаю, что многие из вас занимаются перетяжкой мебели. И почему я решил показать этот диван? Чтобы вы примерно предполагали, с чем вам придется столкнуться. И кто-то из вас спрашивает в комментариях, чем, на мой взгляд, лучше заниматься? Делать новые диваны или заниматься восстановлением старых диванов? Трудно мне, конечно, дать ответ на этот вопрос однозначно, так как, конечно, предпочтение я отдал бы изготовлению новых диванов. Но почему берусь вот я в очередной раз за такую работу и каждый раз в душе зарекаюсь, что это последний раз? Но это действительно, наверное, последний раз по пружинному блоку, так как съездили в фирму, посмотрели в одну, в другую. Больше этим пружинным блоком никто не занимается, так что с этими пружинными блоками, наверное, все это закончится. Ну, не знаю, по крайней мере для нас. Хочу поделиться немного я с вами предысторией, как этот диван, вот эта часть дивана попала на этот стол. Ездили по делам по своим, занимались заказами своими очередными. И вдруг мне звонит человек и спрашивает. Вернее, даже пример не так был. Человек взмолился, начал объяснять, что вот я знаю, что вы занимаетесь мебелью. Сможете ли посмотреть, подъехать диван, вот что с ним можно сделать? Как бы вот он от этого дивана не хочет отказываться, не выбрасывать его, а хочет его просто отремонтировать. И отремонтировать в кратчайший срок. Согласился, я подъехал, посмотрел. В принципе, вот так вот это все выглядело. Не так все ужасно. Ну и человек мне объясняет, я ему сказал, что вот там, я не знаю, внутри, что надо вскрыть, посмотреть, можно ли это вообще сделать. Человек мне объяснил, что он уже вот так вот посмотрел то, что внутри, там какие-то железки. Ну и предположил, что там пружины. Не знаю, в принципе, давно с пружинами уже дела не имел я. Я ему сказал, что возможно, что пружины уже эти не выпускаются или их не продают. Предложил туда бросить кусок поролона. Но он сказал, что это сразу вариант отпадает, так как уже 5 человек до меня было, смотрели этот диван и все предлагали ему туда бросить просто лист ППУ. Давайте сейчас открою я и покажу вам. Это я вот так все накинул, чтобы это не так ужасно смотрелось. И вот, друзья, что мы видим? Вот такие пружины сломанные. Или поломанные, вот с такими торчащими концами. Вот их здесь 12 штук, таких пружин. Естественно, когда люди спят, это все вот так вот. Очень опасно. Даже сейчас это очень опасно все. Вот они все поломанные. Их здесь 12 штук, таких поломанных пружин. Хочу вам рассказать вот такую небольшую историю, прежде чем покажу я, как меняются эти пружины, как люди попадают именно, допустим, к нам сюда. Приезжает как-то заказчица, созвонилась с нами, договорились о встрече, и она объясняет, что ей нужен новый диван, кухонный, на кухню,
Но с выкладкой дельфин. Чтобы у него был подголовник обязательно, выкладка дельфин. Это как бы будет диван находиться на кухне за обеденным столом или за кухонным столом. Ну и как бы у нас состоялся такой разговор, начал объяснять, что это не совсем простой диван. Обсчитали сумму, ей выставили. Она сказала, что возможно она обратится к другим мебельщикам, так что, так как сумма немного ей показалась, ну, высокая. Но я ей сказал так, что если вы попали к нам, то наверняка вы уже обращались не к одному мебельщику. И действительно она рассказала такую историю, что она уже заказала диван, ездила в мебельный магазин, у нее взяли заказ, изготовили ей диван, привезли домой, и оказалось, что диван этот ей не подошел, не устроил ее, так как слишком он был высокий, и у нее шаталась задняя спинка. В итоге сделали ей этот диван, когда она приехала, и я посмотрел, что тетенька действительно разбирается в диванах. Она вот так наступила на сиденье, и вот так вот одной рукой, как борец, попробовала на излом спинку. В итоге все ее устроило, диван увезли, заказчик остался довольна. Вот, друзья, приходится заниматься вот такими заказами. К чему это я опять рассказал, что, может быть, и не хотел бы я браться за этот заказ, но человек был в отчаянии, просто либо ему остаться на Новый год без дивана, либо ехать за диваном в магазин. Кстати, заезжал в магазин недавно, посмотрел диваны от этой знаменитой фирмы «Много мебели», у которых постоянно реклама была, диван за 14 тысяч. И нет, друзья, сейчас вот я оставлю ролик, по какой сумме у этой фирмы продаются диваны. А вообще, ценник нормальных диванов сейчас начинается где-то от 60 и выше. Но более-менее приличный диван, который будет нравиться, который будет удобен, где-то 160 уже. Ладно, сейчас начну я разбирать этот пружинный блок. Покажу, как меняются эти пружины. Если вдруг кому-то это еще пригодится.
На этом всем пока. Кому понравилось или было полезно это видео, подписываемся на канал, ставим пальцы. До новых встреч!